мы с Шариком гуляем, ездили на второй мостик. Вон птичку я интересно увидел. Был бы, конечно, Игнатьев, но он бы сразу сказал, что за птица. Вот мне вовремя позвонили опять. Начали нам съемку вести. Главное, не звонили, только начал снимать, уже кто-то звонит. Ну все, спугнули птичку. Ну ладно. Слава Богу за все. Аллилуйя. Вот сегодня пасу корову. И вот птичку увидел ту же самую, что до этого видел. У нее длинные ножки и длинный клюв. Много разных птиц. Удивительно, Господь все чудно сотворил. Главное, многие таких птиц-то. Я сперва подумал, что это чайки какие-то. Нет, это не чайки. Вот так. Это тоже вот непонятно, что-то. Это воздух, что ли, он разряжен. Трясется. Слава Христу.